Фаршированные томаты – отличный вариант горячей закуски, которую я часто готовлю летом на завтрак. Их также можно подать и для фуршетного стола. Для начинки я беру яйцо, сыр, маслины и укроп. Рассказываю, как легко и быстро приготовить фаршированные томаты. Яркие томатные чаши, наполненные расплавленным сыром с яйцом и маслинами. Это вкусно, сочно и красиво. Попробуйте. Помидоры и зелень вымойте. Срежьте верхушку помидоров, с помощью чайной ложки достаньте мякоть. Яйцо слегка взбейте. Маслины нарежьте колечками. Сыр натрите на мелкой терке, зелень измельчите, перемешайте. Разложите сыр с укропом и маслины по томатным чашам, залейте взбитым яйцом, поперчите по вкусу. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Приятного аппетита!